Ой-ой-ой, двушечка, две минуты, да? Руку не оторвал. Зоны взял мяч, да. Мяч в зоне лежал, он его взял там. Молодец, Леша. Второй раз. Когда будем голову включать в игре? Когда будем голову в игре включать? У нас на два человека больше, ты залазишь на игрока. Для чего? Ты только начал стяжку оттуда. Догони до Васи, Вася войдет чисто, потому что у вас на два игрока больше. А ты берешь и ломаешь игру. Так же нельзя. Это же команда.
Даже не смотрел, как передачу делают. Вот вам, блин, ваше проверство. Сначала посмотри, куда передача была.
хочу барабанщик. Тебе же Волынь показала, что стоит это видение. Вас на два игрока больше, ты барабанщик. Для чего? Отдай передачу, получи на скорости, забей, все. Ты бегаешь, барабанишь, мяч теряешь, они делают переход. Нормально. Четыре шага мало. Тебе сколько раз говорили, нельзя убегать с линии. Ты все равно уходишь с линии. Какая линия, Олег, когда человек с мячом атакует на ворота? Какая может быть линия? Он угроза, у него мяч. А ты убегаешь с центра, оставляешь центр свободным. И тебе говоришь. Ну ты, блин, послушал еще. Какой-то... Да какая разница? Я говорю тебе, три раза, вот когда в штангу он попал, ты убежал с центра, блин. Какая может быть линия, когда человек с мячом атакует на ворота? Ты до сих пор не можешь понять, что человек с мячом опаснее, чем человек без мяча. Будет ему пас, уже другой вариант. Ты в центре защищаешься, а там проходной блок, оказывается. Потому что ты не можешь посчитать игроков. Да. Сейчас попробуем. Давай, сейчас ты с кем. Да, атаковать надо, он загнал удобно. Что же это? Детский сад. Oh!
Молодец, баб. Помогает. Он должен закрыть эту зону. Если уже в угол мяч дошел, то уже тут. А угловики просто стоят, блин, не помогая команде. Вот поэтому. Yeah.
Молодец, база. Человек выпрыгивает и залазит безумно на голову. Так надо скомандовать, ты же разыгрываешь. Скажи, Олег, делаем стяжку. Олег, а что тебе поперло на двоих? Что тебе поперло на двоих, когда вас на два больше? На голову чем ты залез? Какая там дырка? Они стояли, тебя ждали там вдвоем. Какая дырка? О чем ты рассказываешь? Вас на два человека больше, Олег. А ты лезешь им на голову. Для чего? И только мяч получили. Опять то же самое. Сколько вам говорить? Что с первой передачи атаковать нельзя. Сделайте стяжку, растяните. Ты полез, блин, на двоих. Для чего? Один мяч оставался. Забей и все. Ну так думать надо. Тебе сколько говорят, Соловей? Думай. Гандбол как шахматы. Ты же не думаешь, ты просто шмаляй. Ожог. Я справа!
Видишь, где он мяч получил? У него еще до 9-метровой зоны 2 шага было. А ты получаешь мяч и на 8 метрах только начинаешь что-то делать. Слишком близко вы стоите к зоне, поэтому ничего не получается. И с места потом начинаете это все. Потому что надо остановиться. Вон, откуда база разгоняет. Пробежка. Ну, он как... В принципе, да, надо было по-своему. И все, и пусть там с центра атакует. А он его дальше продолжает сопровождать. Все правильно делает. Это все. Нету отрыва, нету. Это все. Уже и три мяча. Ну, 50 на 50. Мог бы его смахнуть. Просто не успел перекрыть траекторию. А ну куда? Санечка, мне осталось мало, я тебе могу 50 гривен больше. Пойдет тебе? Это за 2 дня, он сказал. Он сказал за 2 дня. Он же у нас математик. Чертой. А ты 3 дня? А теперь вообще? Ну, в смысле, своей маме. Сколько ты это делаешь? 300-350, на мой взгляд. А, правильно. Было понятно, что он линию паса даст, и тот, блин, за то, чтобы перекрыть эту траекторию, просто, блин, стоял рядом. Кто? Короче. Зазвездились мальчики. Думаю, что сейчас все расступятся. Даже... Против вас они просто вышли, думали, что они должны с шапками, как вы сегодня вышли, шапками закидывать. Сейчас Америка не было. Там нет, центр ворот. Центр ворот. Нас меньше. Это тоже тебя касается. А ты лепишь, блин, с Васей на пару. Понимаешь? Пассивная игра. Спасибо. Руку поднимем, да. Так, 2, 3. А потому что пас вратарю. 4, 5. 5 передач. Последние, да? Ну, 2 сейчас до свистка. До свистка одна была. 2 передачи. Писать надо. А ну. Опять же, а он забил сюда. Сегодня утром это плохо. 9 метров. Вот такая открытая зона. Он пока туда залез, два человека ему закрыли зону. Руки кидают.
40 секунд. 20 секунд осталось. В шестом туре вы будете отыгрывать.